По-полям, по-полям, синий трактор едет к нам. О, а трактор-то не синий. Всем привет, меня зовут Татьяна Широких, я специалист по технике компании ЛБР. Мы не могли пройти мимо самого значимого события этого года. Смена цвета трактора МТЗ синего на красный. Как же так получилось, спросите вы, а мы ответим. Потому что краска закончилась. Шутка. Хотя, брат, почему красный, а не зеленый? С 2019 года Минский тракторный завод начал переход на новое цветофактурное решение, которое станет единым для всей линейки тракторов «Беларусь» и подчеркнет их эстетику. Вообще, наверное, все-таки, чтобы быть более заметными. Надо потом спросить у наших клиентов, как им такая эстетика. Наиболее заметен переход стал, когда перекрасили легендарный трактор МТЗ-82.1. Который всегда ассоциировался с синим цветом. Теперь он будет поставляться только в красном. Хотя у Минского тракторного завода все еще есть возможность сделать цвет под запрос клиента. Как говорится, любой каприз. На филиалах компании ЛБР еще остались синие трактора МТЗ, но они уже тают на глазах. Регистрируйтесь на нашем сайте в два клика для того, чтобы видеть цены и акции в вашем регионе, а также товары по вашим интересам и каталоги запчастей с чертежами. Для этого нужно открыть главную страницу сайта и нажать в правом верхнем углу кнопку «Войти», войдя в свой личный кабинет. Готово! Теперь в карточке товара будет видна цена. Поэтому сегодня мы рассмотрим красный трактор. Основное его преимущество, конечно же, яркий цвет. Такой точно не потеряешь в поле. Агрономы и директора, имейте это в виду. Кстати, раньше, когда в колхоз приезжал красный трактор МТЗ, за него чуть ли не в драку все боролись, потому что он считался элитным и на экспорт. Ну а теперь коллекционеры будут гоняться за синим трактором. Что по основным характеристикам? Как мы видим, ничего не поменялось. Мощность двигателя 82 лошадиные силы. Есть возможность установки навесного прицепного оборудования. Так, погрузчик на него можно установить до 1000 кг на трактор с портальным мостом и до 1600 кг на балочник. Модель неплохо подойдет для коммунальных работ и будет ярким воспоминанием для прохожих, встретивших его. Представляете восторг детей? Яркий такой. Заднее навесное устройство. Осталось все, как вы привыкли. Трехточная навеска грузоподъемностью 3200 кг. Две пары гидровыходов. Колеса знакомы каждому фермеру. Сзади 15,5 R38. Спереди 360/70 R24. Так что проблем с резиной не будет. Для рыхлых почв мы можем предложить комплекты колес КНД, для работы в междурядьях комплекты узких одинарных и сдвоенных колес. Все в наличии. На трактор можно установить накрышный или подкапотный кондиционер. Тут уже как вам будет удобно. Но заметим, что для работ на ферме и в ограниченном пространстве мы советуем ставить подкапотный кондиционер. Что по кабине? Сиденье тканевое, что не позволяет вам потеть летом и не примерзать зимой. Окна открываются. Ну, сейчас я их, пожалуй, не буду открывать, и так что-то прохладно. А также укомплектована кабина люком в крыше, стеклоочистителями с электроприводом и омывателем лобового стекла. Трактор экономичный. 30-35 литров топлива достаточно для работы трактора на протяжении 12 часов. Заинтересовались? Потрогать, посмотреть, прокатиться. Приезжайте к нам на филиале. Красный МТЗ-82.1 ждет вас. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. На этом у нас все. До новых встреч!